Сегодня в России отмечается День социального работника. Мои коллеги встретились с представителями этой профессии. Наталья моет руки и проходит сразу на кухню. Социальный работник принесла пенсионерке продукты первой необходимости. Иногда еще приносит лекарства, хотя она и не врач, измеряет давление. Я ее жду как дочку домой. Открывается дверь и входит Наташа. И я очень довольна ее встречаю. Приносит мне продукты. Все продукты, которые я ее просила. Все качественные. А в пятницу убирается все. Всю квартиру убирает. Очень хорошо убирает. Все чистенько. Среди подопечных Натальи – ветераны войны, труженики тыла, инвалиды и просто пенсионеры. 2 года она помогает пожилым людям справляться с домашними делами. Влажная уборка по пятницам и поход в магазины, в аптеку по вторникам. Все дела, которые нужно сделать, расписаны по дням недели. Таких помощников в Центре социального обслуживания Чебоксар 120 человек. У нас есть и частные секторы, и мы выезжаем, у них и огороды, и работаем в огородах, то есть коллективом, не только я, вот, например, а коллективом работаем очень хорошо. И вскопаем, и посадим им все, что им нужно, и выкопаем. Когда у нас наши бабушки, дедушки довольны, то и нам хорошо работать. И очень приятно работать вот так вот, как вот. И они с душой к нам, и мы к ним с душой. Наш центр работает по 3 формам социального обслуживания населения. Это первая – надомная форма обслуживания. Сегодня по надомной форме обслуживания 120 социальных работников обслуживает 1075 пожилых инвалидов, которые нуждаются в надомном обслуживании. Помимо этого есть у нас стационарная форма обслуживания. Это непосредственно в центре на 34 места. Сегодня проживают инвалиды и пожилые 34 человека. Из них 12 – это мужчины. И 3-я форма – это полустационарная форма. Это по полустационарной форме сегодня к нам приходят днем наши активные пожилые инвалиды. В центре каждый пожилой человек находит себе дело по душе. Квиллинг, оригами, соленое тесто, голубая глина, выжигание, арт-терапия, занятия спортом – вот они, лекарства для долголетия.